Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня приехал к морю. Сегодня 13 февраля. Хочу вам показать подводный мир. Так. Волн есть, но не так уж много. Посмотрим, что я сегодня половлю. А потом покажу вам свой улов. А вы наблюдайте подводный мир. Thank you.
поймал большую мурену. 2 кило. Большая. О. Улов удался. Кстати, у меня сегодня день рождения. Я сделал сам себе подарок. Всем желаю всего хорошего. Дорогие зрители, смотрите, как красиво. Вышло солнышко. Я зажег костер с другом. То есть друг зажег костер. И вот такая огромная мюрена. Вторая. Еще одна здесь у меня. Вот. Она еще шевелится, да? Да, она еще шевелится. Она еще живая. Вот. Но она поменьше. Вот. Это одна мурена. А это вторая. Она огромная. И осьминога я еще поймал. Где делось? Вот, осьминог в пакете. Камера уже грязная. Вот видите, да, щипцы? Сейчас высушу. Так что рыбалка успешная у меня. И вот, дорогие зрители, сегодняшний мой улов. Осьминог и несколько там мало рыб. Метр весит одна где-то 2,5 килограмма.